Так что посмотрим, что будет. С работы. Каждый ведь на ужас нашего города. Всем привет! Я вернулась с работы. Уже сама помылась. Сейчас буду экспериментировать, использовать бальзам. Так, запомнили мои волосы, какие они были. Так, вот так. Будет бальзам у нас. Будет такой. Посмотрим, что он нам даст. Нужно помыть голову, подсушить полотенцем, потом нанести бальзам, распределить его в перчатках, конечно, это все сверху пакет и полотенце. Полотенце я не принесла. Думаю, что-то же я забыла. Мы, кстати, с Аленушкой вернулись. У нее было 2 урока. Она меня ждала у мамы. У моей. Ой, простите. Так, какое бы полотенце бы совсем бы плохое. Вот это, наверное, возьму. Чтобы не жалко было, если вытекет где-то. Одела уже свою футболку покрасочную. Ну, посмотрим, что будет. Вообще написано 6 до 6 смываний. По-моему, 6. 6, да. 4-6 смываний. Мытей. Короче, на 2 недели. Где-то помывок головы. Так что сейчас буду мыть. Жду, пока кошка тут напьется. Разведу воду. Все, уходи. Уходи, уходи. А то ты будешь долго. Так, я кипяточек себе согрела. Так что посмотрим, что будет. Ну что, я все сделала, замоталась. Теперь нужно ходить 30 минут. Посмотрим, что будет из этого. Потом нужно будет 2 чайника, наверное, кипятить, чтобы сделать. А? Я рассказываю про свой оттеночный. Короче, если все нормально, его хватает на мои волосы. На 3 раза этого тюбика должно хватить. Посмотрим, как он будет. Меня смутил цвет. Цвет был прям какой-то фиолетовый. Темно какой-то фиолетовый такой. Короче, не знаю. В общем, будем смотреть, что получится. Мне сегодня еще на родительское собрание идти. Надеюсь, все нормально будет. Сейчас быстренько поджарю. Купила черный хлебушек. Помните, я покупала. И помидорку у меня есть. Хочу такие бутербродики и с кофейком. И есть, в принципе, почему-то не хочется. Я решила, что я и не буду вот такие бутербродики. Поем пару штучек там. Сейчас у Алены спрошу, что она будет кушать. Она, наверное, творог. Варварки еще нету. Так что сейчас будем что-нибудь. Уж я хочу кофе очень сильно. Вчера пила без молока. Но, в принципе, можно пить кофе без молока. Я такой, который варю, сама могу без молока пить, а вот растворимый раньше как-то мне не шел. Ну, так как я вчера вкусный купила, в принципе, даже очень хорошо было. Мне было вкусно. Сейчас варварка. Покажи. О, тут надо обработать, иди снимай. Я, в общем, покрасилась. Ну и смотрите результат. Мне кажется, вообще ничего не изменилось. На камере так вообще кажется, как будто я супер седая, хотя нет у меня таких. Сидишка. Сидин. Вообще, короче, нифига. Ну, цвет чуть-чуть что-то выровнялся. Никуда не выровнялся. Мне кажется, вот на камере вообще прям как были вот эти волосинки, так и остались. Хотя я в зеркале их не вижу вообще. Она так переблескивает, как будто они седые. Вернулась Варвара, упала где-то там, поранила коленочку. Сейчас будем обрабатывать. Мне не ходили. Брюки опять все в грязи. Как пацанёнок. Ну так ты как этот, как разбойник. Какая у меня красивая кожа на камере. У тебя какая красивая. Ой, я такая красивая на камере. Давай, иди снимай, будем колено обрабатывать. Алена там варит себе рыс. Пошли с Варваркой на английский. Сейчас ее уведу. Я почувствую, какая-то прикольная. И побегу на собрание родительское. У нас что-то так холодно на улице сегодня. Всего 8 градусов. И вот так мне в толстовке, в этой куртке я шла в магазин. Мне было холодно. А сейчас еще так далеко идти. Может, кто-нибудь меня, конечно, подвезет. Я позвоню, спрошу. Ну, вообще, мне нужно идти. С Варварой уведу, а она сама домой уже с
сама уже домой вернется. Обещала. Отойди. Обещала, что пойдет через пешеходник. Я ее заставляю. Потому что где мы переходим, там нет пешеходника. Ей надо чуть дальше идти, чтобы перейти через пешеходник. Там, они увидят человека, что рядышком стоят. Они сразу останавливаются. Ну, пешеходник-то и, конечно. А если ты перебегаешь, где мы переходим, то они не останавливаются. Они так зелененько и все уже прикольно. Иду я на собрание. Блин, как давно я здесь не ходила. Раньше тропа была моя с работы постоянная. Тут заправочку сначала проходила. Бережно. Чем там? Я же ходила, там заправка, церковь. Церкви не было, когда я ходила, конечно. И вот здесь по мосту. Тут кусты вот эти еще не заросшие, еще более-менее видно, что там происходит. А потом летом они, конечно, вообще трешовые. Нифига не видно. И мост. Там какой-то парень идет. Короче, это прямо место, где я с работы каждый вечерочек чапала, пока жила не в городе. Какой-то спуск. Вот мне интересно, для кого-то лестница. Всегда интересно было. Ну, в общем, вот это мой путь. Я раньше с работы, когда выходила, я пешком шла до дома, мне было эти 40 минут. И я так... Конечно, дождь когда был, я не очень ходила. А речка наша прибыла обычно, но знаете, летом, если вдруг получится, что я буду здесь рядышком, она пипец какая мелкая. Просто. Сейчас ветер дует, надеюсь, меня слышно. Ой, я все время, я вообще боюсь высоты, и прям к самым перилам мне так страшно подходить. Так вот красота. Речечка. Ну и еще мне пилить минут 25 до школы, до Алёниной. Пока шла, заголодала. Забежала в магазин, купила себе еды, уже поела. Еще просто целый час где-то до дома. Потом там салат надо сделать. Хотите посмотреть на ужас нашего города? Дочери в школу. И как бы вообще нормальная мусорка такая. Это трэш просто. Просто свалка посреди города. Вот такая вот. Это трэшак. Самое стрёмное, что этих свалок сейчас просто куча везде. У нас как сделали вот это наши... убрали компанию, которой я занималась мусоркой. И сделали обязаловку, что каждый должен платить за мусор, неважно, где ты живешь. И вот теперь вот такие зрелища везде. Просто сейчас одна компания ушла, наша основная, которая денег там вроде наворовали, ушли. Теперь у нас новая компания. Теперь сейчас они наворуются. У нас убрали уже даже переработку пластика. Нам ставили отдельные контейнера для пластика. Мы все делили. Ну, кто делил, кто, видимо, там никто ничего не разбирался. Но мы делили. Я отдельно пластик выносила. Сейчас его убрали. Теперь опять все в кучу. Просто. Короче, трешак. Я замерзла. Ну, сейчас выпила, кстати, эту штуку. Мне бы, конечно, лучше кофею горячего. Ничего, я уже дошла до школы. Еще 10 минут до собрания. Но я уже пришла. Я вернулась домой. Аленушка мне помогает чистить яйца. Буду готовить крабовый салат. А тут у меня готовится пирог, про который я вам рассказывала. Посмотрим, что из него выйдет. Очень хочется есть. Сейчас будем готовить салатик. Не знаю, Аленушка будет кушать, нет? Опять нет. Никуська там сидит. Я, кстати, достала сегодня обогреватель. Застыла. Пипец. Дома прохладно. И вот решила достать обогреватель. То Варварка помылась, я квест кухонный прошла, всю посуду кое-как перемыла. Для меня реально теперь это как квест. Нагреть водички. Сейчас Алена мыла голову тоже, 33 чайника. Два чайника, ладно. Мне чайник надо было, чтобы вода горячая была. Сначала помыть посуду, потом ее ополаскивать. Вода все равно холодная. Короче, вообще капец. И плюс я не люблю мыть лицо холодной водой, ледяной. Прям я вообще не могу, мне аж...
скулы свои. Короче. Она у нас еще неделю не будет, как минимум, воды. Николина. Это вообще капец. Подросток. Я в шоке. Ай, это мой зайка. А еще я надеюсь, что мои ногти доживут до пятницы. Уже осталось два денечка. Я тут, короче, их подклеила. Ну, как подклеила? Просто взяла. У меня же тоже есть основа. Просто туда залила чуть-чуть. Извини, как губы лежат. Ничего не лежит. Чуть-чуть, короче, залила туда и посушила лампой. Надеюсь, они доживут. Потому что я хочу сделать, наверное, свои ногти. Мои достаточно длинные. И я не хочу такой длины. Я хочу вот прям как мои. Мои такие коротенькие. И, наверное, белый цвет. А, кто меня царапает? Знаете что? У меня завтра выступление. Да, Варюхе, завтра выступление. Слава богу, вечером. Во сколько? У нас, короче, завтра в 6. Надо в 5:15 там быть уже. О чем будем прорепетировать еще раз? Без понятия. Я там не буду присутствовать, так что... Почему? Потому что выпускной. И школа что? Искусств вообще-то. Ну и, короче, у нас осталось пережить четверг и субботу. Субботы вообще ничего не понятно. Че где будет? А в субботу В субботу выступление. Звезда Сибири. Они же выступают. Барабинки. Барабинки. А вот в Барабинке я ничего не знаю, как туда ехать. Барабинки. Это Барабинку. Она еще не спрашивает, а где будет? Ну там в их доме культуры. Какой у них там дом культуры? Где он находится? Вообще непонятно. Ну, короче, я у нее точный адрес спрошу, чтобы она сказала. Ну, либо на карте найдем. Ага. На карте чего ты найдешь? На карте Мухосранска. На карте мы, может, найдем, если адрес будем знать. А то она говорит, в их у них там два дома, районный и нерайонный. Короче. А я, по-моему, тоже в Воробинске выступала. Да? Синенький такой. Таленка даже там, ну, я туда не ездила. Так что вот я такая с Аленой нигде не была. Вот с этой мартышкой везде таскаюсь. Че? Какая тебе мартышка? Алена еще уроки делает. Хотите посмотреть, какая она у нас красоточка? Повернись, Алена. Нет. Повернись. Она глаза так интересно смыла. И у нее теперь кунг-фу-панда. Черные круги. Так, все, Варвара Николина. Отправляется с Николей спать. Николину покажи. Завтра на работу. Вот она. Так что... Я как проспать начинаю говорить, начинаю зевать. Всем спокойной ночи. Я тоже. Пока-пока.